В Ухте после обращений местных жителей изменили расписание автобусов. С начала января сотрудники ЦУРа зафиксировали около 20 сигналов от ухтинцев с жалобами на неудовлетворительную работу на 112 маршруте. Аналогичные обращения по телефону регулярно поступали и в администрацию Ухты. Также благодаря неравнодушным гражданам дороги от снега почистили в Ухтами и между селом Устним и поселком Югыт-Як. Если у вас есть жалоба или предложение, вы можете обратиться к органам власти в их официальных сообществах соцсетях, через виджет в сообществе Республика Коми и платформу «Госуслуги решаем вместе». Центр управления регионом поможет решить проблему.